Друзья, всех приветствую! А сегодня мы с вами побываем в гостях у наших друзей в нормальном месте. Да, да, вы не ослышались. Оно так и называется. Нормальное место. Ну что же, вперед! Посмотрим, что это. Работа заключается в том, что мы придумываем, какие мероприятия будут проходить в нормальном месте. То есть мы планируем сетку событий, придумываем мероприятия по разным направлениям. У нас есть разные направления, например, образование, культура, искусство, разные социальные мероприятия. Мы много сотрудничаем с разными благотворительными организациями, с разными НКО. И это, в общем-то, одна из таких наших задач — быть культурной и социальной площадкой, которая, в общем-то, предоставляет возможность находиться здесь самым разным людям, с самым разным жизненным опытом. Я здесь работаю уже 2 года. Я здесь, ну, как бы сотрудник и рабочий человек. Мы здесь краем флажки, как я вам сказала, сумки, как я сказала, полотенца. Вот, вышивки делаем, там, вышиваем, там, можем любой заказ сделать. У учредителей, у студии «Да», у благотворительного фонда «Перспективы», у благотворительного магазина «Спасибо», в общем-то, одни и те же ценности у проекта «Простые вещи». Ценности — это как раз-таки, которые связаны непосредственно с тем, что мы не хотим, чтобы инклюзия представлялась как какая-то вещь, которая отделяет одних людей от других. Нам очень хочется, чтобы инклюзия как раз-таки была действительно такой как бы историей абсолютно для всех людей, вне зависимости от их жизненного опыта, положения, каких-то физических или умственных возможностей. Собственно, поэтому мы решили как-то объединиться, и поэтому это была как бы одна из таких, наверное, важных наших ценностей, которая позволяет нам существовать вместе, делать что-то вместе, придумывать вместе разные проекты. Вот, наверное, это, да, ценность вот этой вот инклюзии, равенства в как бы таком вот, да, понимании только для всех. Наша работа заключается в том, что мы приходим, ставим плиты, разгружаем и кормим где-то каждый день 50 человек народу. Ну, мне нравится, например, кормить. Не знаю, что, но мне нравится, может, процесс, может, общение, может, когда прибегает куча народу, может, иногда мучить Илью Васильевича, доводить начальника. Очень хорошие люди. Я думаю, самое хорошее место на Земле. У меня здесь много друзей, много работников, и как бы я рада им всегда. Ну, какое-то счастье, удовольствие, работа. Мне кажется, что очень важно верить в себя. Сейчас очень трудное время, и какие-то люди, обстоятельства, ситуации могут немножечко сложнее как-то творчески себя выражать. И мне кажется, что очень важно верить в себя. Ребята, я верю в вас, я тоже работаю с людьми подросткового возраста, я знаю, насколько вера важна. Вот, поэтому верьте, пожалуйста, в себя. Находите какое-то принимающее окружение, принимающее сообщество для того, чтобы как-то, в общем, вдохновляться и обмениваться какими-то полезными знаниями, навыками друг с другом. Верьте в себя, это самое важное. Друзья, ставьте лайки под видео и ждем ваших комментариев. До встречи!